Всем большой привет, меня зовут Настя, очень рада видеть вас на своем канале. В этом видео мы с вами свяжем вот такую вот сумку шопер крючком. Вы очень просили меня сделать мастер-класс именно на это изделие, а я просто не могу вам отказать, поэтому сегодня будем вместе вязать шопер. Этот шопер вяжется довольно просто, но сразу хотела бы вам сказать, что процесс это совсем не быстрый и, скорее всего, он понравится не всем, потому что изделие довольно крупное, а вязка мелкая и в большинстве своем она однотипная, поэтому иногда вам будет казаться, что вы вяжете, а изделие просто не увеличивается. Лично у меня на это изделие ушло более 22 часов чистой работы. Да, я специально для вас засекала время и вязала с таймером, чтобы вам было на что ориентироваться. Но это с учетом того, что я вяжу довольно быстро, поэтому будьте к этому готовы. Все свои шоперы я вяжу из 100% хлопка. У меня это пряжа Ализе Белла метражом 360 грамм на 100 метров. Я вяжу в 2 нити. Так как я вяжу эти шоперы еще и на заказ, кстати, заказать их можно у меня в Инстаграме, ссылочка будет в описании, поэтому не забывайте туда заглядывать. Так вот, так как я вяжу эти шоперы еще и на заказ, мне нужно было выбрать такую пряжу, которая выдержит регулярную носку, которая не будет скатываться и не будет терять своей формы. Я перепробовала много разных пряж, много разных составов и остановилась именно на этой пряже, потому что она соответствует всем этим критериям. Она не скатывается, она выдерживает регулярную носку, ежедневную носку, и она не садится после стирки, не теряет свою форму, в целом с ней ничего не происходит. Вы можете вязать из любой пряжи, которая вам нравится, подобного метража. Чтобы вязать в два сложения так же, как я, вам понадобится пряжа 360 метров на 100 грамм, ну примерно от 350 до 370 грамм на 100 метров. Если вы будете вязать в одну нить, то примерно 180-200 грамм на 100 метров. С этой пряжей я использую крючок номер 3. Помимо крючка и пряжи, нам понадобится 6 маркеров для того, чтобы отметить наши лямки. В целом вы можете использовать различные приспособления для того, чтобы отметить петли. Это могут быть маркеры из вязальных магазинов специально для вязания, это могут быть английские булавки, это могут быть контрастные нити, это может быть все что угодно, главное, чтобы вы могли пометить нужную вам петельку, чтобы ее не потерять. Размеры моего шопера — это 31 сантиметр в ширину и 33 сантиметра в длину. На такой размер у меня ушло ровно 280 грамм пряжи, которую я говорила выше, это без малого 3 мотка. Ну что, погнали вязать? Начинаем мы, как всегда, с цепочки из воздушных петель. Я беру сразу 2 мотка, так как буду вязать в 2 нити, складываю ниточки вместе и приступаю к вязанию. Делаем узелок любым удобным для нас способом. И после этого набираем воздушную цепочку. Цепочка будет состоять из 67 воздушных петель. Мы будем вязать наш шопер снизу вверх поворотными рядами, поэтому первоначальная цепочка, которую мы сейчас набираем, будет определять ширину нашего изделия. Ширина моего шопера будет 31 сантиметр, и если вы хотите шопер поуже или пошире моего размера, то набирайте меньшее или большее количество петель соответственно. Сейчас мы набираем цепочку из воздушных петель на нужный нам размер. Я набрала 67 воздушных петель, после этого я делаю одну воздушную петлю подъема дополнительно и разворачиваю наше вязание. Теперь нам нужно обвязать нашу воздушную цепочку с двух сторон и сделать такой своеобразный супер вытянутый овал. Это будет низ нашего шопера. Чтобы связать этот овал без дырочек, мы будем начинать вязание не как обычно за полукосичку, вот так вот, а развернем нашу цепочку и будем вязать вот за эти вот перемычки. Это позволит избежать дырочек посередине. Весь шопер я буду вязать столбиками без накида. Сейчас покажу, как они выполняются. Разворачиваем нашу цепочку и, как всегда, пропускаем петлю подъема, то есть перемычку от нее в нашем случае, вот эту вот, и начинаем вязать за вторую перемычку. Вводим крючок под перемычку и выводим рабочую нить. Получаем 2 петли на крючке. После этого снова подхватываем рабочую нить и провязываем эти 2 петли вместе. Все, мы сделали наш первый столбик без накида. После этого мы берем маркер, у меня это, как всегда, английская булавка, и прикрепляем вершину нашего столбика. Это позволит нам не потерять начало нашего ряда. И продолжаем вязать.
Снова вводим крючок под следующую перемычку, уже ничего не пропуская. Захватываем рабочую нить снизу, выводим на лицевую сторону, получаем 2 петли на крючке и снова рабочей нитью их провязываем. Мы сделали второй столбик без накида. Покажу еще раз. Вводим крючок под перемычку, захватываем рабочую нить снизу, получаем 2 петли на крючке, снова захватываем рабочую нить и эти 2 петли вместе провязываем. Все, мы сделали первые 3 столбика без накида. Продолжаем вязать таким же образом, провязываем всю нашу цепочку столбиками без накида и останавливаемся за 2 петельки до конца ряда. Там мы встретимся, чтобы сделать поворот. А сейчас нам нужно провязать, получается, 65 столбиков без накида. Я провязала 65 столбиков без накида и остановилась за 2 петельки до конца нашей цепочки. Раз и два. В первую петельку мы провязываем столбик без накида за ее заднюю перемычку, как обычно. Вводим крючок под перемычку, захватываем рабочую нить, выводим, и 2 получившихся петли мы провязываем рабочей нитью. Все как обычно. У нас осталась одна последняя петля. В эту петлю мы будем поворачивать. Чтобы сделать поворот, нам нужно связать в эту петельку не 1, а 3 столбика без накида. Вводим крючок в петлю, уже не за перемычку, а в саму петлю. Как обычно, захватываем рабочую нить и провязываем 2 петли. Мы сделали наш первый столбик без накида. Дальше вводим крючок в это же место, выводим рабочую нить и делаем второй столбик без накида. И делаем точно так же третий раз. Вводим крючок, выводим нить и провязываем столбик без накида. Эта петелька у нас немножко растянулась, ничего страшного. Подтягиваем за хвостик и продолжаем вязать. Все, поворот мы сделали, он у нас уже практически сформировался. Нам теперь нужно обвязать вот эту вот вторую сторону. Эту сторону мы уже обвязали, и за счет того, что мы вязали за задние перемычки, с этой стороны у нас получились полноценные петли. Сейчас мы будем вязать за полную петлю, за обе стеночки нашей петли. Вводим крючок в первую петлю за обе стеночки косички. Сразу же будем ввязывать хвостик, поэтому кладем его вот таким вот образом сверху, чтобы он оказался внутри петли. Захватываем рабочую нить, выводим ее, получаем 2 петли на крючке и провязываем эти 2 петли вместе. Все, поворот уже точно сформировался. И продолжаем вязать за каждую петлю, за обе стеночки, также ввязывая хвостик. Вводим крючок. Выводим рабочую нить, 2 петли, провязываем их рабочей нитью. И вот таким вот образом мы двигаемся до конца этого ряда, до нашего маркера, останавливаясь за одну петлю до конца этого ряда. Там мы с вами встретимся, и я покажу, как соединить первый ряд. Решила с вами встретиться немножко пораньше, чтобы показать, что мы делаем вот с этим вот хвостиком и каким образом мы его прячем. Чтобы спрятать хвостик, нам нужно ввязать какое-то его количество, чтобы он успел закрепиться, то есть этого количества вполне достаточно. После этого мы вот таким вот образом подтягиваем за хвостик, чтобы стянуть наши петли, берем ножницы и этот хвостик обрезаем под корень. После этого мы аккуратно расправляем наше полотно, и все, хвостик остается внутри ряда. Его не видно ни с лицевой, ни с изнаночной стороны. Таким же образом я поступаю абсолютно со всеми хвостиками, которые ввязываю. Сейчас мы продолжаем вязать столбики без накида за полную косичку до конца ряда, останавливаясь за одну петлю. Я обвязала всю вторую сторону косички и остановилась за одну петлю до конца этого ряда. Это та же самая петля, из которой у нас выходит самый первый столбик, тот, на котором у нас прикреплен маркер. В эту же петлю мы будем вязать последний столбик в этом ряду. Вводим крючок под обе стеночки петли, захватываем рабочую нить, получаем 2 петли на крючке и рабочей нитью провязываем эти 2 петли вместе. Все, обвязку второго края мы завершили.
Также завершили первый ряд. Теперь нам нужно соединить наш последний столбик с первым столбиком в ряду. Мы это будем делать соединительным столбиком. Снимаем наш маркер, откладываем в сторону, вводим крючок под обе стеночки петли нашего первого столбика, захватываем рабочую нить, выводим ее на лицо, получаем 2 петли на крючке, больше мы ничего не захватываем. И вот эту вот петлю мы провязываем через вот эту, то есть одну петлю провязываем через вторую. Все, таким образом мы сформировали соединительный столбик и завершили первый ряд. Приступаем к вязанию второго ряда. Делаем одну воздушную петлю подъема и разворачиваем наше вязание. Дальше мы будем продолжать вязать такими же столбиками без накида за обе стеночки петли, но в обратную сторону, потому что вязание выполняется поворотными рядами. Первую петлю подъема мы пропускаем и начинаем вязать во вторую петлю. Вводим крючок под петлю, под обе стеночки петли, захватываем рабочую нить, выводим на лицевую сторону, получаем 2 петли на крючке и провязываем их вместе. Мы сделали первый столбик без накида в нашем втором ряду. Снова берем наш маркер и прикрепляем к вершине этого столбика. Так мы будем делать в начале каждого ряда. Продолжаем вязать, уже ничего не пропуская, вводим крючок под следующую петельку, выводим рабочую нить и провязываем 2 петли на крючке. Дальше точно так же. Вводим крючок под следующую петлю, выводим рабочую нить и провязываем их вместе. Таким образом мы двигаемся по кругу, вводя крючок в каждую петлю за обе стеночки петли, больше ничего не прибавляем. Вот здесь нам прибавки не нужны. Таким образом мы провязываем весь второй ряд, пока по кругу мы с другой стороны не подойдем к месту с маркером. Там мы снова встретимся, чтобы соединить второй ряд. Я довязываю второй ряд, остановилась за несколько петель до конца, чтобы показать вам, как мы довязываем ряды и как мы их соединяем. Сейчас попрошу вашего особого внимания, потому что этот момент очень важен для того, чтобы вязать ровный шопер и случайно не увеличить количество петель в ряду. Довязывая ряд, нам очень важно провязать все непровязанные петли. Но запутаться можно вот с этой вот петелькой, потому что сверху она выглядит как еще одна непровязанная петля. Но если мы вот так вот развернем наше изделие, то увидим, что вот из этой петельки уже выходит перемычка. Это наша петля подъема, которую мы вязали в начале этого ряда. В эту петлю мы ничего не вяжем, потому что иначе у нас увеличится количество петель в ряду, и в каждом ряду будет увеличиваться количество петель, и шопер будет получаться неровным. Поэтому перед соединением обязательно проверяйте этот момент. То есть вот эти вот петли, из которых ничего не выходит, которые пустые, мы провязываем, а последнюю петельку, которая выглядит как непровязанная петля, но ей не является, мы не трогаем. Еще раз смотрим. Вот, выглядит как непровязанная петелька, но развернув, мы видим вот эту вот перемычку. Она выходит из этой петли. Получается, мы ее не провязываем. Да, у нас остается небольшой пробел. Так и должно быть. Пусть он вас не смущает. Соединяться мы будем привычным для нас способом. Вот эту вот петельку мы должны соединить вот с этой вот петелькой, то есть столбик со столбиком. Снимаем наш маркер. Откладываем его на время в сторону, вводим крючок под первую петлю в нашем ряду, под обе стеночки косички, захватываем рабочую нить, получаем 2 петли, но больше ничего не захватывая, мы одну петлю провязываем через другую. Все, второй ряд мы завершили. Снова делаем одну воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание и вяжем в обратную сторону. Вот эту петельку подъема мы пропускаем, вводим крючок в следующую петлю, захватываем рабочую нить, выводим, получаем 2 петли на крючке и провязываем их вместе. Сделали наш первый столбик в третьем ряду, снова прикрепляем к нему
маркер, чтобы не потерять начало ряда, и продолжаем вязать как обычно. Вяжем за обе стеночки петли в каждую петлю столбики без накида, пока не дойдем до конца этого ряда. В конце третьего ряда я снова покажу этот момент, потому что в третьем ряду он, возможно, будет чуть нагляднее и понятнее. Поэтому сейчас мы вяжем третий ряд самостоятельно и встречаемся с вами в конце третьего ряда. Я завершаю вязание третьего ряда и уже подхожу к месту соединения. Кстати, шопер у меня уже начал заворачиваться, вот это вот место и должно заворачиваться, потому что шопер у нас вот таким вот образом сложится в два раза, и мы будем вязать вот так вот вверх. Дальше это будет более наглядно, но вот это вот место расправлять не нужно, пусть оно и заворачивается. Продолжим с нашим третьим рядом. Я подхожу к месту соединения, мне осталось провязать несколько петель. Смотрим на петли сверху. Какие петли мы видим? Раз, два и три. Но если мы развернем вязание вот таким вот образом, мы увидим, что из этой петельки вот эта вот перемычка уже выходит. Покажу поближе. Вот у нас петелька, и из нее уже выходит вот эта вот перемычка. Получается, в эту петлю мы не вяжем, а провязываем только вот эти вот две. Вводим крючок, выводим нить, провязываем столбик. Здесь делаем все как обычно. Все, провязали два столбика. У нас остался вот такой вот пробел. Так и должно быть. Вот в эту вот петлю мы ничего не провязываем, потому что из нее у нас выходит перемычка. Снимаем снова наш маркер. На время его откладываем. Вводим крючок в петлю, где у нас был маркер, захватываем рабочую нить, выводим на лицо, получаем 2 петли и одну петлю провязываем через вторую. Делаем соединительный столбик. Все, третий ряд завершен. Делаем снова одну воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание и идем в обратную сторону. Петельку подъема пропускаем, вводим крючок в следующую петлю, выводим рабочую нить, получаем 2 петли на крючке, их провязываем вместе. В этот первый столбик опять прикрепляем маркер, чтобы не потерять начало нашего ряда. Вот таким вот образом прикрепляем маркер и продолжаем вязать уже без пропусков и опять же без прибавок. Дальше мы вяжем все точно таким же образом, как и вязали до этого. Смотрим внимательно на место соединения и провязываем на нужную нам длину. Каждый ряд соединяя так, как я показывала. Здесь абсолютно не обязательно считать ряды, потому что их много и они довольно мелкие. Можно вязать на глаз или с сантиметровой лентой, пока вас не устроит длина. Помните, что сейчас мы вяжем длину без ручек, то есть у нас еще добавятся ручки, поэтому вяжем на ту длину, которую хотим, минус 1,5-2 сантиметра. То есть в общей длине у нас прибавится 1,5-2 сантиметра за счет ручек. Шопер у нас будет идти вот таким вот образом, мы его еще отпарим, он будет держать форму. И вот от этого вот места мы вяжем, вяжем, вяжем вверх, пока не довяжем на нужную нам длину. Лично мне нравится, когда шопер не сильно высокий, а приближен к квадрату. Поэтому если ширина моего шопера 31 сантиметр, вверх я буду вязать 31,5-32 сантиметра. И вместе с ручками у меня выйдет примерно 33-34 сантиметра общей длины. Сейчас мы вяжем в длину без изменений, учитывая все моменты с соединением рядов, про которые я говорила. Как я говорила в самом начале, это процесс совсем не быстрый, поэтому запаситесь терпением, включите какой-нибудь фильм на фон и просто вяжите и медитируйте. В процессе вязания у меня закончились первые два мотка, поэтому сейчас я покажу, как вести новую нить. Менять нить я буду моим самым любимым способом. Первое, что мы делаем, это вытягиваем нить из петли и оставляем вот такой вот хвостик. После этого мы вводим крючок в то же место, откуда у нас выходит вот эта вот ниточка, то есть в саму петлю и в тело нашего столбика, то есть вот таким вот образом, оттуда, откуда у нас выходит наша рабочая нить, которая теперь стала хвостиком. После этого мы берем нить из нового мотка, уже сложенную вдвое, и продеваем
через тело столбика и через петлю, таким образом, чтобы у нас остался хвостик, а здесь образовалась петля. Придерживаем хвостик с изнаночной стороны, вводим крючок в следующую петлю, захватываем новую рабочую нить, получаем 2 петли на крючке. Теперь нам нужно эти 2 петли провязать и нашей рабочей нитью, и нашим оставшимся хвостиком от новой нити. Мы их складываем вот таким вот образом вместе, да вообще любым удобным способом складываем вместе, подхватываем и провязываем эти 2 петли. Здесь у нас получилось 4 ниточки. Мы вот таким вот образом подтягиваем, пока у нас не освободится хвостик. Хвостик мы освобождаем, ниточку подтягиваем на ширину крючка, и теперь с этой стороны у нас осталось 2 хвостика. И прикрепилась новая рабочая нить. Вот эти 2 хвостика мы оставляем. Когда будем провязывать следующий ряд, мы их с вами вяжем. А пока что мы вяжем столбики без накида, как обычно, только уже нитью из нового мотка. Вот таким вот образом получается место соединения. Его не видно ни с лицевой, ни с изнаночной стороны. Нам останется только ввязать наши хвостики. Встретимся с вами в следующем ряду, чтобы ввязать эти 2 хвостика. Я завершила вязание предыдущего ряда, соединилась и начала новый. И уже подхожу к месту, где у нас остались наши хвостики. Теперь нам нужно ввязать эти хвостики в полотно. Как определить момент, когда уже можно начать ввязывать? Нам важно, чтобы хвостик дотягивался до наших петель нового ряда, точнее до столбиков нового ряда, и немного на них накладывался. Как видите, у меня он уже накладывается, поэтому можно начинать ввязывать. Каким образом мы это делаем? Мы берем наш хвостик и прикладываем его к нашим петлям. И вводим крючок таким образом, чтобы захватить и петлю, и наш хвостик. После этого подхватываем рабочую нить, выводим на лицевую сторону и провязываем 2 петли вместе. Все, таким образом наш хвостик остается внутри нашего столбика. После этого мы продолжаем вязать, как обычно, только подхватываем не саму петлю, а петлю и хвостик, который у нас остался, чтобы он оставался внутри нашего столбика. Таким образом вяжем, пока не ввяжем этот хвостик. Когда мы этот хвостик ввяжем, то же самое делаем и со следующим хвостиком, прикладываем его к нашим петлям и провязываем как обычно. Встретимся с вами, когда ввяжем в ряд оба наших хвостика. Все, я ввязала оба наших хвостика в полотно. Вот этот хвостик у меня довольно длинный, поэтому полностью ввязывать я его не буду. Сейчас мы его спрячем и обрежем. Как мы прячем наши хвостики? Да точно так же, как мы это делали в начале. Мы беремся за один хвостик и вот так вот аккуратненько стягиваем наши петли. Слишком сильно это не делайте, потому что будет заметно место соединения. После этого мы берем ножницы и обрезаем этот хвостик под корень. Обрезали. И аккуратненько расправляем наше полотно. Все, этого хвостика не видно, он остался в рядах. То же самое мы делаем вот с этим вот хвостиком. Подтягиваем за него аккуратно, стягиваем ряды, обрезаем хвостик под корень и расправляем наше полотно. Все, мы соединились, место соединения не видно, и мы продолжаем вязать на нужную нам длину шопера. Я довязываю очередной ряд и решила остановиться еще раз на том, как мы соединяем ряды. Я остановилась за несколько петель до конца ряда и сейчас вам продемонстрирую, как можно запутаться. Если мы посмотрим сверху, то мы увидим, что у нас 3 петли визуально. 1, 2 и 3. Но если мы немного развернем вязание, мы увидим, что из последней петли уже выходит перемычка от нашей петли подъема. Получается, эту петлю мы не провязываем. Итого у нас пустых 2 петли. А вот из этой петли уже выходит перемычка. То есть провязываем мы всего 2 петли. 1 и 2. Все, у нас остается вот такой вот большой пробел. Так и должно быть, пусть он вас не смущает. Теперь сразу же соединяемся. Вынимаем наш маркер, вводим крючок в петлю, в которой у нас был маркер,
захватываем рабочую нить, получаем 2 петли на крючке и одну петлю провязываем через вторую. Делаем одну петлю подъема, разворачиваем вязание и продолжаем вязать точно так же, как и вязали до этого на нужную нам длину. Я связала шопер на нужную мне длину. Сейчас покажу вам промежуточный результат. Как я уже говорила, в ширину мой шопер получается 31 сантиметр. В длину я хотела связать примерно 31,5-32 сантиметра. У меня получилось 32 сантиметра. Все, мне этого достаточно, поэтому сейчас мы будем приступать к ручкам. Первое, что нам нужно сделать для вязания наших ручек, это их наметить. Для этого нам пригодятся маркеры. После того, как мы подготовили маркеры, нам нужно пересчитать количество петель в нашем ряду. Так как я вязала 67 петель изначально, в ряду у меня получилось 135 петель в общем, плюс 1 петля соединения, то есть 136. Это количество мы делим на 2. 136 на 2 это 68 петель. И 68 петлю мы отмечаем нашим первым маркером. Это наша середина. Дальше мы примерно отмечаем то место, где мы хотим видеть ручку. Я хочу, чтобы они были примерно вот на таком расстоянии, поэтому цепляю первый маркер в петлю, которая мне нравится. После этого пересчитываю количество петель от нашего серединного маркера до маркера, который нам нравится. В моем случае это... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Я воткнула маркер в 17-ю петлю. 68-ю петлю, то есть середину, я не считала. Я считала с петли после середины. То есть вот это вот количество вместе с петлей, в которой у нас маркер для ручки, у меня получилось 17. После этого мне нужно везде отмерить по 17 сантиметров. То есть... После вот этой вот середины, не по 17 сантиметров, а по 17 петель, после этой середины я отсчитываю 17 петель с этой стороны и сюда прикрепляю маркер. И вот здесь, от середины, от нашей соединительной петли, я отсчитываю в одну сторону 17 петель и в другую сторону по 17 петель. И в каждую 17-ю петлю я прикреплю маркер. Петлю соединения и... петлю середины я не считаю, это у нас середина, эти петли не считаются. Когда прикрепим все маркеры, встретимся. Не обязательно делать точно так же, как я. Я люблю, чтобы ручки были немножко подальше от середины. Вы можете делать чуть-чуть поближе, либо еще дальше, чем я. Это не важно, это уже на ваш вкус. Главное, не делайте слишком узкие ручки. Ну, я, конечно, чересчур показала, но слишком узкие ручки делать не стоит, потому что тогда у нас могут провисать вот эти вот края. И слишком далекие ручки тоже не стоит делать, потому что тогда у нас будет провисать середина. То есть... можно поуже, подальше, но примерно вот где-то в этом вот расстоянии будет хорошо. Все, я прикрепила все маркеры для наших ручек, проверила, чтобы каждый маркер у меня был прикреплен к 17 петле от середины, то есть от нашей соединительной петли и от нашей середины, которую мы с вами определили вместе. Каждый маркер у меня прикреплен в 17 петлю, и маркеры все параллельны друг другу. Все готово, теперь можем приступать к вязанию следующего ряда. Предыдущий ряд я уже довязала, соединила и сделала воздушную петлю, поэтому я разворачиваю изделие и приступаю к вязанию следующего ряда. Петлю подъема мы пропускаем. В следующую петлю вводим крючок, выводим рабочую нить, получаем 2 петли и провязываем 2 петли вместе. Сделали наш первый столбик в этом ряду, в него мы прикрепляем маркер, как обычно. Да, маркеров здесь потребуется много. И продолжаем вязать. Вяжем мы до маркера. В саму петлю с маркером мы вязать не будем. Вяжем обычные столбики без накида, как обычно, за обе стеночки петли.
Все, я довязала до маркера. У меня от начала до маркера получилось 16 столбиков. 17-ю петлю прикреплен наш маркер. В эту петлю мы вязать не будем. Здесь мы начинаем набор воздушных петель для наших ручек. Здесь вам нужно определиться, какую длину ручек вы хотите. Я такие шоперы уже вязала, поэтому знаю, что мне нравится длина ручек из 143 воздушных петель. Это довольно длинные ручки. Если вы хотите покороче, подлиннее, то смотрите под себя, как вам нравится. Начинаем набор воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Вяжем на нужную вам длину. У меня это 143 воздушные петли. Все, я связала цепочку из 143 воздушных петель. Этого мне хватит для моих ручек. Я примеряю эту цепочку. Мне нравится длина, все хорошо, поэтому можно прикрепляться. Перед тем, как мы будем прикрепляться к нашему маркеру, точнее к петле после маркера, мы должны проверить нашу цепочку на перекруты. То есть нам важно, чтобы цепочка всегда косичкой смотрела вверх и нигде не перекручивалась. Поэтому я вот таким вот образом ее протягиваю. Так. Все, цепочка у меня ровненькая, не перекрученная, поэтому я могу прикрепляться. Вот у меня маркер, петля, в которую прикреплен маркер, это 17-я петля. В эту петлю мы не вяжем. У нас здесь было 16 петель, поэтому здесь до середины также должно быть 16 петель. Поэтому прикрепляться мы будем в 16-ю петлю, то есть в следующую петлю после маркера. Вводим крючок в петлю. Выводим рабочую нить, получаем 2 петли на крючке и провязываем обычный столбик без накида. Все, мы прикрепили нашу ручку. Еще раз проверяем, нет ли у нас перекрутов. Нет, у меня все хорошо. Обязательно этот момент проверяйте, потому что перекрученная ручка – это проблема, придется перевязывать. И после этого продолжаем вязать столбики без накида, как обычно. Довязывая до следующего маркера. Серединный маркер можно снять, он нам уже не нужен. Откладываем его и вяжем вот отсюда до следующего маркера. То есть провязываем все до маркера, не захватывая петлю с маркером. Из предыдущей петли мы будем формировать еще одну ручку. Все, я провязала все петли от нашего предыдущего маркера до нашего нового маркера, не затрагивая петлю с маркером, и приступаю к формированию петель для ручки. Набираю воздушные петли. Очень важно, чтобы петли на ручках у нас совпадали. То есть, если вы вот здесь связали 143 воздушные петли, то здесь обязательно должно получиться тоже 143 воздушные петли, потому что иначе ручки будут разного размера и шопер, соответственно, будет неудобно носить. Поэтому здесь очень важно посчитать изначально петли и потом их пересчитать на всякий случай. Здесь то же самое. Мы вяжем на нужное количество петель и потом пересчитываем, чтобы здесь точно было такое же количество. У меня это 143 воздушные петли. Я связала цепочку из 143 воздушных петель для второй ручки. Теперь нам нужно прикрепиться к следующей петле от нашего последнего маркера. Первое, что мы делаем, это проверяем цепочку на перекруты. Вот так вот протягиваем цепочку, смотрим, чтобы она была ровненькой. Так, у меня цепочка немного перекрутилась. Разворачиваю ее, чтобы она правильно лежала. Вот таким вот образом. Все. И теперь прикрепляюсь. Маркер у нас прикреплен к 17 петле, поэтому нам нужно ввести крючок в петлю следующую от маркера. Вводим крючок, выводим рабочую нить, получаем 2 петли на крючке и провязываем наш столбик без накида. Все, мы прикрепились. Теперь нам нужно еще раз проверить, не перекрутилась ли наша цепочка. Проверяем. Это делать очень важно, не забывайте, потому что в дальнейшем это может оказаться проблемой. Все, отлично. Цепочка не перекрутилась. Продолжаем вязать до конца этого ряда. Встретимся с вами перед соединением. Я довязала до места соединения. Теперь нам нужно соединить этот первый ряд с ручками. Вот в эту вот петельку мы с вами не вяжем, потому что из нее идет перемычка. Соединяемся как обычно. Снимаем наш маркер, вводим крючок в
первую петлю в ряду, захватываем рабочую нить, получаем 2 петли на крючке и одну провязываем через вторую. Делаем одну воздушную петлю подъема, разворачиваем наше вязание, пропускаем петлю подъема, вот эту вот петлю, вводим крючок в следующую петлю, выводим рабочую нить, делаем столбик без накида, в этот столбик мы прикрепляем наш маркер и продолжаем вязать. Вяжем мы по всем петлям, пока не дойдем до нашей ручки. Там с вами встретимся, покажу, как мы будем вязать петли ручки. Я провязала часть петель до нашей ручки. Мне нужно завершить вязание на полотне и перейти на ручку. Очень важно провязать все столбики на самом полотне, прежде чем переходить к вязанию ручки. У меня их 3. 1, 2 и 3. Все, все столбики у меня провязаны. Дальше я могу переходить к вязанию ручки. У меня первая петелька ручки немножечко завернулась. Это нормально, такое может быть. Аккуратненько вводим крючок под полупетлю, выводим рабочую нить и провязываем наш первый столбик без накида на ручке. Вводим крючок в следующую петлю, выводим рабочую нить и провязываем второй столбик. И так дальше, вводя крючок под полупетлю, мы провязываем наши столбики без накида. Таким образом мы должны провязать нашу ручку, то есть всю ручку до самого конца. Когда провяжем нашу ручку до конца, встретимся, когда будем переходить на вязание на полотне. Кстати, вот этот вот маркер я уже сняла. В целом нам маркеры больше не пригодятся. Все маркеры можно снять, кроме маркера первой петли в ряду, и вязать без всякого железа или пластика, несмотря какие у вас маркеры. Продолжаем вязать. Когда довяжем ручку, мы с вами встретимся. Я завершила вязание нашей первой ручки, первого ряда нашей первой ручки. Теперь мне нужно прикрепиться к основному полотну. Для этого здесь все очень просто. Я ввожу крючок после того, как довязала последнюю петельку нашей ручки, ввожу крючок под первую петлю на нашем основном полотне и продолжаю вязать столбики без накида. Все, мы прикрепились. Таким образом я прохожу вот это вот место полотна и перехожу на вязание второй ручки. Здесь мы делаем то же самое, что и вот с этой вот ручкой. Довязываем полностью всю эту ручку, доходим до конца и встретимся на месте соединения. Ну что, я провязала по одному ряду в каждой ручке и провязала часть нашего полотна. Теперь мне осталось прикрепиться. Я уже провязала все петли. Помним, что вот в эту петлю мы не вяжем, потому что из нее выходит наша петля подъема. Маркер я уже сняла. Ввожу крючок в первый столбик нашего ряда и соединяюсь соединительным столбиком. Делаю одну воздушную петлю подъема, разворачиваю вязание. И после этого мы продолжаем вязать, отталкиваясь от ширины ручек. Я обычно вяжу плюс 2-3 ряда, сейчас у меня связан один, то есть я вяжу от 2 до 4 рядов в ручках. Считаю я именно от ручек. Вы вяжите на ту ширину ручек, которая комфортна вам. Это все-таки очень-очень тонкие ручки, хотя в целом уже выглядит неплохо, но они будут вытягиваться, лучше их сделать пошире. Но сильно широко тоже не делайте, потому что это будет неудобно носить, его здесь может заворачиваться, если больше там 6 рядов будет и так далее. Сейчас мы вяжем самостоятельно. Самостоятельно вяжем на нужную ширину ручек. Это может быть 2 ряда, это может быть еще плюс 3 ряда и так далее. После этого мы с вами встретимся для того, чтобы завершить вязание и спрятать наши ниточки. Все, ручки моего шопера готовы. Они у меня получились вот такие вот в ширину. В ширину они занимают 3 ряда и 1,5 сантиметра каждая. Я их уже отпарила специально для того, чтобы показать, как это выглядит в отпаренном виде, и немножко отпарила сам шопер. Теперь нам нужно завершить наше вязание. Я довязала ряд до конца, но еще не соединяла. Сейчас будем делать это вместе. Как вы видите, я опять оставила пробел, то есть вот эту вот петлю я не провязывала, потому что из нее у меня выходит перемычка. Я ввожу крючок первую петлю
ряда, вывожу рабочую нить и делаю соединительный столбик. Все, на этом вязание завершается. Я отрезаю ниточку с небольшим запасом и вытягиваю нить из петли. Дальше эту ниточку нам нужно закрепить и спрятать. Для этого мы берем иголку с широким ушком. Сейчас ее возьму и вернусь. Все, я взяла иголочку и уже вставила в нее ниточки. Ниточки нашего хвостика. После этого нам нужно вот эту нить спрятать в рядах. Но перед этим я всегда делаю имитацию петли. Как это делается? Чтобы у нас не висел вот такой вот хвостик перед связыванием, мы делаем следующие действия. Через одну петлю мы продеваем иголку и делаем имитацию одной полупетли. После этого вводим иголочку внутрь нашей петли соединительной и выводим нити внутрь. Что-то там я поддела лишнее. Еще раз. Вот, супер. Немножко подтягиваю ниточки. И все, я сделала имитацию петли. Теперь этот стык виден не будет. И после этого самым обычным способом я прячу нашу нить, протягивая ее между рядами. Ввожу нить под столбики, внутрь тел столбиков, таким образом, чтобы иголка была не видна ни на изнаночной стороне, ни на лицевой. Немножко продела. И ввожу нить. Все. Часть я сделала. Продолжаю таким же образом проводить иголку между рядами. И таким же образом я прячу ниточку. Ниточка у нас одна, поэтому прячем ее одну. Так, еще несколько столбиков подцепила и спрятала. В целом мне этого хватит, то есть нить у меня уже закрепилась. Прячем хвостик мы точно таким же образом, как всегда. Немножко подтягиваем, стягиваем наши петли, обрезаем нить под корень и расправляем полотно. Все, расправили. После этого, если вы отпаривать будете только на этом этапе, то нужно отпарить шопер, и наше изделие готово. По отпариванию нет каких-то особенных правил. Я отпариваю прям вплотную, практически как утюгом я прикасаюсь отпаривателем, потому что я люблю такое плоское вязание. Мне это нравится. Если вам нравится оставлять объем, то отпаривайте на расстоянии. Ручки я отпариваю прям очень-очень сильно вплотную, чтобы они были супер плоские. То есть у меня здесь даже вот это вот сплющилась наша наборная косичка. Делайте, как вам нравится, а так наш шопер готов. Всем большое спасибо за просмотр. Очень рада, что мы с вами снова встретились в моем видео. Не забывайте поставить ему лайк, если оно вам понравилось. А также не забывайте заглядывать в мои плейлисты. Вот здесь вот я собираю туториалы по вязанию эстетичных, но очень простых вещей. А вот здесь различные обучалки и лайфхаки по вязанию. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Встретимся с вами через недельку, чтобы связать что-нибудь новенькое. Всех обняла и до встречи в новых рукодельных видео.